Впереди пасхальные выходные, затем 5 дней отдыха с 1 по 5 мая. И еще 4 выходных с 9 по 12. Массовые праздничные и памятные мероприятия организуют по всей республике. Чтобы обеспечить безопасность, на каждом из них правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме. Подробности обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Меры обеспечения безопасности должны быть комплексными, отметил глава Чувашии. Особенно в местах отдыха и оздоровления детей. На объектах должны быть квалифицированная охрана и соответствующие технические средства. Мы должны со своей стороны принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности с учетом новых вызовов, тех сигналов, которые поступают на электронные адреса или по другим инструментам информационно-телекоммуникационных связей. Наша с вами задача – обеспечить надлежащее функционирование систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей для того, чтобы выявлять своевременно отдельные правонарушения и привлечь правонарушителей к ответственности.